Это перечень мер, которые Мишин сказал, что будет реализованы. Добрый Казань, у вас все должно быть добрый-то. Уборки улиц явно злая, потому что просто бардак. Это вот сколько объем снега, если по ребре, который отделяет дорогу от тротуара, он полностью почти засыпан снегом. Объем порядка, наверное, здесь 30 сантиметров. Снега идти просто невозможно. Власти сидят, спят, отчитываются, что все хорошо, техника есть, а люди есть. Уже четвертый день после снегопада. Ничего не чищено, и никто не собирается, видимо, чистить. Потому что мост непонятно чей. Стоял 30 лет. Проложили по нему движение, дорогу такую вот. Дорогу вроде ничего. Ее чистят, все. Но смотрим сюда и видим, что просто сплошной бардак, то есть сплошной бардак, и нужно, наверное, вызывать прокуратуру для решения этих вопросов, потому что это как вообще понимать, вот следы такие глубокие. Я считаю, что нужно вызывать прокуратуру и с этим бороться. Бороться с этим бардаком, иначе никакой доброй Казани, как говорил Мерчин, не будет. Ни через 5 лет, ни через 105.